Запись будущих первоклассников в школы стартовала с 1 февраля. Заявления родители могут подать как через интернет, так и более привычным способом – отнести сразу в образовательные учреждения. На следующий учебный год в Люберцах планируют набрать более 3500 детей. Савелий и Никита – лучшие друзья с самого рождения. Они вместе ходили в детский сад, а сейчас мечтают учиться в одном классе. Записью в школу их мамы затягивать не стали. Принесли документы в первый день приема. Чтобы быстрее, чтобы, в общем-то, записаться уже и ждать спокойно того времени, когда мы отправим своих детей в первый класс. Ну, то есть, чтобы не в последний день делать все важные дела. Действительно, запись в школу лучше не откладывать в дальний ящик. В 6-й школе предусмотрено всего 50 мест для будущих учеников. В этом году в учебном заведении будет сформировано 2 первых класса. На текущий момент у нас подано уже более 30 заявлений на обучение. В первую очередь записываются к нам дети, которые проживают по нашей территории. Но также могут подать заявление те дети, которые проживают по соседним территориям. Но сделать это можно только с 1 июля. Лишь при наличии свободных мест учебное заведение готово принять детей из незакрепленных территорий. Как и прежде, заявку на поступление в школу можно подать непосредственно в самом образовательном учреждении, в МФЦ или самостоятельно через сайт регионального портала государственных и муниципальных услуг. Но в этом году в порядке предоставления документов произошли некоторые изменения. Если ранее достаточно было через РПГУ подать только заявление и потом предоставить документы в организацию, то на сегодня необходимо на сайте сразу прикрепить все необходимые документы для поступления ребенка. Перечень необходимых документов не изменился. Это паспорт родителей, свидетельство о рождении ребенка, также справка о его регистрации по месту жительства или по месту пребывания. Подав документы через портал госуслуг, родители обязаны в течение 3 рабочих дней принести в школу оригиналы документов. Мы рассчитываем, что на 1 сентября 2018 года мы примем в первые классы, которых у нас будет порядка 3700 первоклассников. Мы рассчитали все свои возможности, мощности наших учреждений, предусмотрели также новые микрорайоны, которые сдаются. К слову, в микрорайоне 7-8 1 сентября распахнет свои двери новое общеобразовательное учреждение, рассчитанное на 1100 мест. Это дополнительный корпус гимназии номер 16 «Интерес». Строительство объекта уже завершено. В настоящее время там производится сборка мебели и монтаж оборудования. Луиза Егазарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.